Всем привет! Продолжаю делиться работой своей над комплектом. И сегодня у меня такая итоговая работа над ошибками и коротенько обзор, где чего не сказала, не упомянула. Значит, довязала. В целом довольна. Было у меня изначально 3 мотка по 50 грамм, вот остаточек 16 грамм. Но шапка у меня вот такой отворот внутри, то есть она не целиком двойная. Поэтому те, кто не такие холодоустойчивые, то могут, в принципе, этот кусочек связать шапку двойную. Если вдруг нитки очень дорогие и вы хотите сэкономить, то, скорее всего, возможно было связать из 2 мотков шапку без отворота и хомут без отворота, но на отворот уже пустить схожие, но подешевле нитки. У меня шло 3 мотка по 50 грамм. Про остаточек сказала, 16 грамм. Какие еще исправления? Шапку я, получается, стирала сначала в процессе вязания, когда связала это полотно перед макушкой, чтобы удостовериться, что объем нормальный. Потом я, когда довязала, я постирала второй раз. Все-таки после второго раза, получается, после первой стирки у меня была высота 23, ширина 22. Сейчас она до макушки увеличилась до 24 и сузилась до 21. Для меня это не кардинально. Я попробовала, померила. Все так же. В принципе, может быть, я постираю третий раз, и, ну, когда понадобится, и повешу по-другому. Скорее всего, что, в общем-то, здесь у меня никаких переделок не потребовало. Где были переделки? Переделку я в предыдущем, когда вязала шапку, я сказала, что макушка лишняя, возможно, и я ее убавлю. И я ее убавила, потому что там, когда я вязала, я сказала, что мне надо будет, чтобы 10 сантиметров было. Сейчас, когда я постирала, довязала, я поняла, что мне надо сузить до 9 сантиметров, и это тогда получилось 12 рядов. Сейчас я думаю, что она уже нормально сядет, когда я чуть-чуть ее пропарю, закреплю все. То есть я планирую вот в таком виде носить. Можно носить и в таком виде. Тогда вам, ну, как бы макушка вообще никак не мешает. Тут на ваше усмотрение. Второе изменение какое? Значит, первое изменение, что она чуть-чуть в объеме уменьшилась. Но я говорю, что она не стала туже, ничего не изменилось. Просто визуально она стала уже и длиннее. Значит, внутри какие изменения? У меня было связано пару сантиметров резинки. Я добавила еще 2. В итоге у меня получилось 4 сантиметра резинки. Когда я одела, ну, как бы я почувствовала, что отворот должен быть поглубже. И, значит, здесь у меня сборка на жгуте, не закрыта, а просто связанный отдельно тройной жгутик. И, в общем-то, все держится, все хорошо. Потом единственное, что когда уже померяю на себя, пару раз одену, то я уже закреплю насквозь и отворот, и посадку шапки. Значит, шапка — это все. В общем-то, в остальном она все в порядке, все нормально, меня все устроило. Теперь про хомут. Хомут, как я и говорила, я начинала с 25, вязала до 74 петель. Все так и осталось. Отворот вывязала. Вот он выглядит вот так. Отворот, можно сказать, во всю ширину. Отворот уже вязался круговыми спицами, был набор. И здесь у меня набралось 96 петель. Уже когда был вот закрыт этот шов, тогда я набрала из него 96 петель и связала я 30 рядов лицевой гладью и 6 рядов резинкой 1 на 1. В общем-то, тоже никаких изменений. Связала почти по максимуму, чтобы здесь сейчас вот несколько раз одену, почувствую, крепить в самый край или чуть-чуть посвободнее, и тогда, ну, как бы закрепку тоже сделаю, чтобы этот отворот не болтался в свободном полете. В общем-то, в остальном все хорошо.
комплектом довольна. Буду пробовать носить, как нитки будут вести себя в носке, потому что бывает, что некоторые скатываются, некоторые все-таки деформируются после повторных стирок. Если что-то кардинальное с ними произойдет, я всегда делаю обзор. Если это прям вот сразу произошло, и это категорично, я делаю быстро обзор. А если ничего фактически не меняется и носить вещь можно, то где-то через год показываю, как правило, в видео, что произошло с шапкой, какие-то деформации или там со свитером. А в остальном это, пожалуй, все. Скоро начнется новый проект. Не знаю, что это будет пока, но ниточков несколько есть сортов. Буду экспериментировать и сделаю короткое видео. У меня дадут на время манекен головы, не совсем человеческой, чуть-чуть поменьше. Но как бы это можно будет со всех сторон заснять, как это выглядит. Но это уже в следующем видео. Все, до встречи, пока!